Качаю залы, моя жизнь аэропорты, города, вокзалы. Качаю ноги, качаю плечи, многих дамочек лишаю. Меня зовут Анфиса, я занимаюсь фитнесом около 3 месяцев. Качаю в самолетах, качаю за рулем, качаю там, где можно, качаю, где нельзя. Занимаюсь я фитнесом для поддержания мышц в тонусе. И самое главное, это потому что мне это нравится. Наше занятие проходит на позитиве, в зале всегда дружелюбная обстановка, и мне очень нравится мышление района. Она всегда подбадривает нас, даже когда ты уже изнемогаешь от упражнений, она говорит: давай делай, и ты берешь и делаешь. И это для тебя уже является маленьким достижением. Фитнесом заниматься очень полезно. У меня была такая проблема, как искривление позвоночника, и сейчас я замечаю то, что я стала держать спину ровнее. Фигура стала более подтянутой. Мне очень нравится здесь заниматься. Приходите все в Димас. Это было интервью с Анфисой Гуровой. Присоединяйся к нам, занимайся спортом. Всего хорошего. Пока-пока.